Итак, всех приветствую. По поводу, значит, машины Смита, да? Вот так я качаю грудь. Мне нравится очень именно машине Смита, нежели со свободным весом, со штангой, да, в жиме лежа. То есть также я могу здесь же прокачать и плечи, да. Мне очень нравится почему-то. Вот реально вот так просто получилось. Попробовал один раз и все, и понеслось, да. Вот машина Смита именно одно из моих любимых упражнений, скажем так. Ну и пошел суперсетом, бывает суперсетом, бывает немного отдохну, сразу иду, ну по-разному, короче, могу сразу пойти именно руки, да, делать. То есть именно реально нужно руки вытягивать, они, слава богу, у меня отзываются, да, но не так, как грудь отзывается, да, но все равно, как бы, слава Всевышнему, результаты есть, да. И грех, конечно, жаловаться. Ну и уголок говорилось, да, подъемы именно гантели, могу за штангой, могу с гантели именно на среднюю дельту. Я не делаю махи никакие, то есть. Ну, во-первых, у меня как бы травма, но она как бы не мешает мне делать, она только при движении, когда я начинаю махи делать, она может, да, еще, ну, бывает, может, как бы сказать, болеть, да, то есть, но сейчас у меня не болит ничего, ни плечи, но все равно я исключил эти упражнения махи, да, чисто делаю подъемы штанги, либо подбородку, либо с гантелями. Так, ну и здесь получается типа отжиманий, да, я прям ложусь, меня держит вес, и я просто свожу руки, да, то есть сокращаю грудь таким образом, ну, в обычных отжиманиях так не сократится, конечно, да, вот так нельзя свести руки. Но здесь как бы имитация прямо отжимания от пола, я просто нависаю. Ну, здесь это так уже просто. Я такое упражнение делал на бицепс, да, как только что показал. Это уже второй подход, уже немного, сколько, 5 килограмм, по-моему, добавил я. Ну, плитка, я не знаю, там 5 или 10, 5, по-моему. Ну, и так же вот просто, можно сказать, лежу, да, просто нависаю. Ну и вот такие вот дела показал. Можно даже суперсетом и так сделать тоже. То есть классические, да, тяги, наверное, в кроссовере. Раздулся, понимаете ли. Это фраза из «Качая железо», да, как мы помним. Ну все, в принципе, ребят. Ну вот так, да. В основном все как бы... Множеств никаких нету, да, то, что показал, то и показал, в принципе, что-то и новое, может быть, вот так я тренируюсь. Опять же, новичкам, да, тренируйтесь именно полноценно, не надо там, вот как я тоже делал поначалу, то там подтянусь где-то, да, там, не знаю, 5-6 раз, ну, в день, так скажем, типа, якобы, что это, да, что это что-то даст, да, мне, либо там, поджимаюсь там тоже где-то 10-15 раз, да, от пола тоже, да, думая, что мне это что-то придаст. Нет, полноценно качайтесь, то есть тренируйтесь там полчаса, ну, у меня где-то час плюс-минус, где-то так. Вот такие вот тренировки, кому интересно, значит. По поводу фолда, насчет батареи не сказал, но у меня он как второй телефон хватает. Если у вас это будет телефон именно как один основной, то, ну, есть вероятность, что, возможно, придется с собой носить зарядку, да, ну, два раза, наверное, либо один раз его подзаряжать все равно нужно будет. А так у меня как второй телефон, так что, в принципе, пока, ну, нареканий нету, я не могу сказать. Если бы у меня был бы он во владении именно один телефон, да. А, к слову, сейчас снимает S23 Ultra, потому что у меня два телефона, вот этот второй. Так что не могу сказать прям точно по автономности, да. То есть про батарейку тоже спрашивали, что, говоришь, ничего не говоришь про батарейку. Ну вот, то, что у меня второй телефон, я ничего не могу сказать, мне хватает пока. Это же второй телефон. Что еще, значит, я не знаю.
тоже вот не могу я не ответить этому человеку, потому что этот человек, ну, сказать, ну, не знаю, вот, хороший просто знакомый, возможно, друг, но, опять же, друг как, у кого какие понятия, да, связаны с другом, то есть, но все равно этот человек мне близок, дорог, я не могу не ответить. Все равно наши азиатки красивее. Ерема, я вообще просто реально согласен. Ничего. Я против своих, опять же, все замечательно, как бы, опять же, на вкус и цвет, да, я не говорю, что мне нравятся именно все, не знаю, национальности, все расы, да, как бы, и... Да, ты молодец, правильно говоришь, безусловно. Но опять же, на вкус и цвет, да, но мне нравится как бы все раз я как бы. Но ты молодец, правильно сказал. Вот. По поводу, значит, типа я пошел против своих, да, там, то есть начал что-то говорить. Ну, что такое против своих, да? Кто, с кем я вот ассоциируюсь, да, по вашему мнению. Кто-то принимает за кого-то меня, кто-то принимает за какую-то другую, да, там, нацию и так далее. Дело тут даже не в этом, дело в том, что, ну, когда тебя, не знаю, там, обливают грязью, ну, просто молчать, я, ну, блин, вас просто поставить на такое вот, в такое положение просто вас поставить, да. И что вы будете делать, когда вас обливает грязью, к примеру? Неважно, там свой, не свой, чужой, не чужой, ты все равно как-то мне нужно ответить. Так что я думаю, нужно вам как-то входить тоже положение, да, в такие вот ситуации, если у вас возникают вопросы, да. И просто перед тем, чем говорить, нужно себя поставить в это положение. В такое, да, вот. О чем мы сейчас говорим. А что еще-то, блин, про батарейку сказал. Что еще? Про тренировки тоже сказал, да, поняли, что к чему. Какие я делаю упражнения. Ну и, в принципе, такие дела. Только что пообедал, манты поел, да, в принципе, белков хватает. В принципе, можно даже вечером просто на углеводах посидеть и все. Что еще? Я не знаю, что еще сказать. Так, на некоторые замечания, так скажем. Ну, замечания, может, какие-то... Короче, какие-то комментарии, да, я ответил сообщения. Сообщение, кстати, все, то есть только я отвечаю на кто мне в друзьях. Сейчас я зайду через вторую мою страницу ВКонтакте, либо где-то еще, короче, везде поотключал. Я не знаю, короче, везде, я не хочу просто, полная самоизоляция, скажем так. Только могут мне там написать реально кто-то, да, с друзей, возможно. Просто с Ериком и так могу переписаться с ним, да, то есть нету нужды прям уже ВКонтакте где-то там, для, ну, как бы, если я доступ ему открою, чтобы он мне писал, и другие начнут писать, так что можно и так, ну, так можно по WhatsApp даже без проблем абсолютно. Что еще, блин? Ну и вот, в принципе, все. Ну, по поводу прошлого видеоролика, ну, опять же, говорю, да, то есть, ну, как бы, ну, мне не интересно, да, 99% жизни, да, людей, потому что они сами неинтересные, да, люди. Обычная жизнь у них, как у обычных других, да, 99% людей. Мне действительно интересно именно о легендарных, великих людях, да, как у них там,
жизнь, да, там биографию даже прочитать их. То есть это все интересно, потому что у них как-то все разнообразно, скажем так, в жизни, да, все. Ну ничего страшного, да, они там в основном многолицые, да, ну я не могу сказать многоружие, мне язык так не повернется, именно многолицые, да, там Менделеев и так далее, Иисус, тот же Брюс Ли, там, ну Мэрилин Монро, она как бы красавица, да, разумеется, тут не скажешь, что она многолицая, ну и другие, да, великие люди, большинство случаев, да, они многолицые. Но мы не запомним, не запоминаем их лица. Ну, особо-то не помним, да. Ну, как бы помним, но мы помним главное их дар, да. То есть этот невероятный дар, полезный дар, который они предоставили этому миру, что-то открыли, да. Так что вот такой тоже, как бы, да, к тому видео тоже поясню, потому что у кого-то тоже скажет, а что тебе неинтересно, потому что люди в основном любят, да, за чужой, ну не за другой, за чужой как бы жизнью следить и так далее. По поводу тоже, да, то есть ко всем нормально, ко всем нациям с уважением отношусь и так далее, то есть, но бывает опять же исключение, да, у нас тоже бывает исключение, да, в нашей нации, так что тоже есть дебилы, дебилоидки там и так далее. То есть быдло, баба быдло есть, также есть и просто быдлятина, да, мужского пола. Тоже всех судить я, ну, как бы, тоже нельзя, да, неправильно. Но опять же, я повторюсь, да, ко всем нациям с уважением отношусь. То есть, ладно, если бы эта национальность была там, состояла из 100 человек, еще можно было бы, да, сказать, что вот все они отморозки плохие, но даже в 100 человек люди все по-разному думают, да, по-разному действуют, у каждого другая, разная профессия и так далее, то есть даже в 100 человек, то есть так сказать нельзя тоже, да, под всех, под одно крыло, да, загонять тоже это неправильно. Там, или, к примеру, даже вот возьмите свою семью, да, к примеру, там, сколько у вас людей, да, в семье, и каждый наверняка, да, но все равно найдется такой человек, который думает по-разному, да, по-своему как-то, не как все. Даже в семье бывает то, что человек думает как-то, действует абсолютно по-разному, да. Так что абсолютно, как бы, ничего против не имею, ни при какой нации и так далее. То, что я против своих пошел, опять же, да, кто-то мне писал там из Кавказа национальности, да, человек, потом кто-то из своих прямо уже, с азиатов, да. Ну, опять же, молчать я тоже не могу, как бы, надо. Ну, опять же, вы все поставьте в такое положение, да, как бы, ну, тоже понимать надо, да, то есть, в принципе, все, наверное, я не знаю, немного надо взять передышку, да, там, не снимать видео, потому что я, опять же, это все нужно думать, анализировать, да, я не хочу пока этим всем заниматься, то есть, как раньше выходили видосы у меня, да, наверное, больше, не знаю, надо передышку взять, хотя бы отдохнуть от этого. Так что, тем более скоро отпуск и так далее, надо как-то от этой темы, да, от блогерства, от вот этих вот философия, мудрость, психология и так далее, взаимоотношения там людей с друг другом, да, кто как относится друг к другу, вот это вот, просто я не хочу пока этим заниматься реально, это как-никак, нужно все думать, продумывать и так далее, то есть из этого я и комментарий отключил, просто я не хочу сейчас этим заниматься, вот реально. Это нужно реально время, это опять же нужно включать мозг, да? Надо как бы от этого хотя бы на какое-то время, да, хотя бы, скажем так, отдалиться. Ну все, в принципе, вот такие вот дела. Все, всем пока.